Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Edina Bash 2 «Путешествие во времени». Так, ну что, мы остановились с тобой вот здесь, да? 5-2. Но вот тут у нас еще не пройдено на 3 звездочки, поэтому, ребята, будем продолжать. Будем продолжать здесь пока. Я ничего выбирать здесь не хочу. А, прокачка у нас есть. Прокачка валуна, кстати. Давай, наверное... А, 3600. Не получится. У меня, к сожалению, не прокатит. Ладно, погнали. Так, мне в комментариях написали: Рэй, прокачай, возможно. Возможно, да. Надо прокачивать, потому что я чувствую тут... Блин, тут лучника. Лучника надо валить. Блин, нафига я так сделал? Ну нафига ты так раздел? Ну... Так, оглушил? Бомби его. Давай вызовем Тинки, или как вот оно? Тинки-винки, пинки. Пускай немножко подсобит мне. На, по башке. А лучники наяривают, ребятушки. Слушай, ну уже жесткач пошел. Давай скажем честно, что пошел жесткач. Так, так, не подпускаем голодранцев этих. Давай, 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 выходи, родной. Ты мне нужен. Блин, как вы меня допекли, а? Нате вам всем тут. Слушай, он в самом начале уже такой мощный. Посмотри на него, полюбуйся. Так. Блин, хотел пойти лучника уничтожить, а мне туда не пройти. Мне просто элементарно туда нельзя пройти. На. Получите все. Все до единого. Всех разбомблю. Блин, бедный мой. Второго ушатали. Плевуны, вы как-то слабо бомбите. Плюйте посолиднее. Поэффективнее плюйте. Так. А, все, друзья. Слушай, ну здесь было... Блин. Только лишь на 2 звездочки мы умудрились с вами пройти. Это плохо. Плохо. 80 монет. 80 монет мне дали, как... Вот что. Я хочу, ребят, вот это глянуть. Что это, интересно, такое? Если мы пройдем какой-то... Я даже не знаю, как это назвать. Так. Бомжиха вышла. Вышла бомжиха. То есть она... угрожает мне? Бомжиха мне угрожает, ребята. Сказал, типа, ты поплатишься за что-то там. Так, шаман... Иди отсюда. Само собой, друзья мои, шаманов надо валить. Я думаю, это многим понятно, почему именно их нужно бомбашить. Так, опять лучник тут стоит, а? Все, больше он не стоит. Он уже лежит, он уже отдыхает. Почему у меня максимальное количество 20 яблок? Всего лишь-то. Вот объясни мне, пожалуйста, на милость, почему у меня максимальное количество только 20 яблок? Так, перегородку сломал. Тут яблоки, друзья мои, только лишь когда ты берешь яблоко. Только в этом случае ты можешь их прокачивать. Видимо, да, действительно, мне нужно прокачивать моего главного персонажа. Иначе мы с тобой скоро будем так получать звездюлей, что мало нам не покажется. Так, я хильнусь. Этих недобомжей надо валить. Так, этот нормально прыгает. Блин, да как вы... Достаньте, а? Я уже лучников не могу... Оу! Сейчас еще немножко, ребят, я отдуплюсь. Ставлю защиту. Так, 50 яблок у меня уже доступно. Даже больше. А-а-а, вот она, ребятушки! Ой. Вот она, друзья, бомжиха собственной персоны. Блин, меня чуть было сейчас не наказали. На-ка, оглушение. Опа. А сколько стоит-то Терекс, я не могу понять. А что такой дорогущий-то? Так, я издалека пока попробую пом... Что? Это такой урон по бомжихе мы наносим? Да ну... Ну это несерьезно, ребят.
Так. Так. Ага, бомжиху бомбанули. Ну и меня бомбанули тоже вместе с бомжихой вместе. Лежим теперь, балдеем. Куда ты камень выбросил, Рэй? Завязывай уже дурковать. 5 капель в рот попало, все, теперь думаешь, ты теперь бессмертный, что ли? Давай так сделаем. Блин, мне нужен этот тирек. Сколько он стоит? Почему он закрыт у меня? Я на это не подписывался, ребят. Так. Ага. Так, я побежал. Опять бомжиха. Опять, ребята, бомжиха вышла. Я ставлю защиту. Но защиту я ставлю только на себя. Так, вот, ага, вон 75 яблок стоит. Все, ребят, я теперь вижу показатель. Надо накопить. Ой, тут две бомжихи. Тут две бомжихи, а я там как будто ни в чем, знаешь, это. Как будто я безнаказанно. Тихо, уходим, 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 уходим. Так, и валуны, и все. Где тирексик мой? Мне нужен мой тирекс. Я что-то не понял. Сейчас это кто-то по мне бомбит, что ли, этими? Заморозку. Блин. Тирекс вышел. Он вышел. Так, гигантского плювика вызвал. Как ты думаешь, мы там справимся? Я не вижу, что там происходит. И я бегу, сломя голову, ребят. Слушай. Как ни странно, но тут все очень даже красиво. Да, друзья мои, на 3 звездочки мы этот уровень прошли, и мы получаем с вами 3 звезды. Помимо этого, мы зарабатываем еще новую способность. Так. И что у нас тут? Ага. Нормуль. Так, а способность? Покажите мне способность. Что это за... Ага. Это пушка, которая выстреливает динозавриков. Друзья мои, мы открыли с вами... Ох ты. Ты посмотри, как там классненько. Так, я... Можно мне... Спасибо. Сундучок. Деньги, деньги. 800 монет. 2 кристалла. Снэппи 5 карточек. И Раптор тоже 2 карточки. За гратис. Можно мне за гратис получить что-нибудь? Так, 800 монет стандартных. Снэппи, Раптор. И... Подожди, это какой плювик у нас хочет перейти в раритетку? Вот этот? Вау. Да, конечно, мы его будем прокачивать, ребята. У него обалденно получается бомбить. Он, правда, дорого стоит, но он стоит того, ребят. Тут у нас 79, атака всего лишь на 1 единичку повышается. Я, наверное, все-таки вот этого прокачаю. Да, ребят. Мне кажется, так будет... А, у меня еще есть финансы. Слушай, может быть, мне прокачать вот этот 3600. 3600. Так надо, ребята, так надо. Потому что атака нам нужна. Ну что, погнали на 5-4. Возьму, наверное, заморозку. Нет. Защиту возьму. Поехали. Заодно проверим, что это за пушка. Так, ты опять бомж тут наезжаешь. Так, валуном его, правильно, оглушаем. Так, малыши мои забомбили его. Ты посмотри, что творят. Ты полюбуйся просто, что они тут вытворяют. Так, у меня хпшка восстановилась. Вот сейчас было солидно. Так, вот, смотрим, ребята. Оу! Смотри, сколько плювиков он мне сразу подкинул. Слушай, ну это круто. Они, правда, слабенькие. Понятное дело, почему. Но как в помощь, в принципе, они даже неплохо даже нам здесь выручать.
Так, я энки-зенки вызываю. Так, может быть, еще нам плювиков позвать? Давай. Чем больше плювиков, тем лучше для нас. Ой, как вообще шикарно, ребят. Я поставлю здесь защиту. Пускай они меня типа атакуют. Оглушение. Валун. Еще один валун. Так. Я вызываю суперплювика. И еще мелких плювиков сюда. До кучи. Плюс хилку. И вот этого еще. Ой, куда это там я влез? Что-то немножко не то делаю я. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, малышей этих разобрали. С полтыка причем. Все, что есть, ребята, отправляю. Почему мне здесь недоступен тирексик мой, а? Непонятно. Так, это все лучники. Они, ребята, очень плохо на нас влияют. Они бомбят нас просто. Так, выпускаем суперплювиков здесь. Угу, оглушение. Пока эти доли секунды он в оглушении, ребят, мы его очень даже неплохо кромсаем. А вот и портал у нас. Я уже одну звезду, ребят, к сожалению, сфейлил. А кто-то говорил, ой, легкая какая игра. Где, ребята, где она легкая? В каком месте? Покажи мне, она легкая. Ничего подобного. Нифига она не легкая. Сложная она. Даже из расчета того, что мы еще с тобой далеко не рванули. Мы топчемся пока на месте. Никакого супер продвижения нет. Вот сундук мы с тобой заработали. Это да, это хорошо. Так, 800 монет, 3 кристалла, 2 плювика, 5 ледяных комков. О, 1000 монет. А... Блин, это премиум аккаунт, конечно. Да премиум аккаунта мне... Вот что у нас там еще, ребята. Так, я, наверное, прокачаю все-таки. Ледяной комок, ребята, очень хорошо выручает со своей заморозкой. Так, а вот здесь у нас появится новый динозавр. Новый динозавр. Я могу тебя? Нет, прокачать нельзя. Тебя, наверное, тоже нельзя, да? Ну что же, пойдем. Мне, например, хочется посмотреть, что это за новый вид динозаврика у нас такой. Я ненавижу, когда они сразу начинают мощных вот этих выпускать. Что? А, хил. На, тихо. А почему не сработало? Вот почему сейчас не сработала атака? Я же нажал применение молота. Так, яблочко получил. Давай плювиков призвать. Это мы все сломали. Заморозку сделаем. А раз они не понимают нормальных слов, будем их замораживать. Что ты тут химичишь? Ну вот тут есть Т-рекс, но он стоит 75, ребят. У меня, естественно, пока не хватает яблок. Ого, вышло. Вышло, друзья мои, бомжиха. Она лупит именно по мне, да? Хорошо, я тогда поставлю здесь. Так, ну вот тебя-то здесь мне не хватало еще. Хиляет он ее. Давай-ка без этих фокусов своих.
Теперь лучники допекут, а? Бомжиху запинали. Да ладно, так быстро. Нормально. Нормалек. И еще одна бомжиха. Ну, естественно, ребят. Ну как же без нее-то? Что-то вот мы с тобой хил применяем, я смотрю, а... Он так паршивенько действует. Ты посмотри, сколько они отнимают. Там вообще это еле даже заметно, друзья мои. Тирексик, давай, выходи, родной. Да заморозь ты их, господи, ну. А где Терекс-то мой, блин? Вон он идет. Вот у Терекса, ребята, да. Атака, так, атака, я понимаю. Да яблоко взять. Чего? А, там бомжиха в броне уже вышла. Блин, да не достанут, просто достанут, ребята. Ой, у меня с хп. Меня подбили. Меня подбили, друзья. Бежим быстрее. Терексик-то жив, нет? Наверное, уже его подбили. Это вон все та, вон виновата во всем. Она бомбит массовыми атаками, поэтому ее не забомбить. Да. Я призвал Терекса. Плюйки сразу побежали в бой. Бомжиху. Мы только одну бомжиху, ребята, уничтожили. Да и то какую-то вшивенькую. Вот самая мощная, блин. С этими бомбами своими. Почему-то не срабатывает, ребята. Вот этот вот суперудар, который у нас был. Он не срабатывает. Опять за одну звезду, ребята, продинамил. Ага, вон он, динозаврик новый. Велоцираптор напоминает мне почему-то. Ты видел, как он кусает? Посмотри. Тирекс просто бомбит. Просто наяривает. Ну что, последний у нас фараонец. Готов. Такс. Две звезды, да, ребята? Одну звезду мы с вами не успели добрать. Денег тоже. О, огненный камень, ребята, у нас может прокачаться. Санадор. Я не знаю, как это переводится, ребята. Санадор. Хватит? 3600. И это 3600. Не хватает вообще. По большому счету мне нужно допройти, ребята, вот эти вот уровни. Зачем, ты спросишь? Я тебе отвечу. Затем, чтобы... Здесь я не понял. Тут надо проходить своими силами. Офигенно. Допустим. Прекрасно. Ну и что ты стоишь?
Да как ты не добрал-то? А, тебе не взять. Блин, тут еще и бомжиха идет. Я думал, что я... Блин, я бью не того, кого надо. Где там у него здоровье? Я даже не вижу, у него здоровье дофигища, ребят. Это, видимо, если я сейчас не пройду, это мне сколько нужно... Вот, ребят. Не. Значит, надо еще сильнее прокачиваться. Я не смог, ребят, я вот отбил одну звезду. И все. Ты. Ну а здесь тогда что? Что ты мне показываешь сюда? Типа усилься? Да это я и так понял, что надо усилиться. Так, эти у нас открыты сундуки. Да, этот вот не открыт. Две звезды не хватает. Ладно, друзья, поехали сюда. Поехали сюда, будем смотреть, что у нас тут. Бежит Арава. Бежит Арава Горлопанов. Кстати, новый динозаврик. Мы его сейчас как раз и проверим, что он из себя вообще представляет. Проверим, блин. Если выживем, тогда проверим. Шаманы эти. Так, я пока взял. Блин, сейчас меня ушатают. Ну, видишь, что вытворяет? Просто одного за другим, ребята, убрали. Есть контакт. Хиляемся. Единственное, непонятно, я себя-то хиляю или нет? Давай я поставлю защиту и пойду прямо туда вот, в пекло, так скажем. Так, этот лучник упал. Так, ну и что же ты делаешь? А чё на сзади-то? А чё вообще ничего не стоит? Стоит просто и любуется. А, это медик. Друзья, этот динозавр, он не атакующий, он медик. Но я даже не знаю, что тебе по этому поводу сказать. Ну, медик. Ого, вот его. Явилась, собственно, персона, ребят, бомжиха. Я поставил на себя защиту. Ой, у меня броня-то кончилась. Да, без прокачки ты тут далеко не уйдешь. Вот эти вот все достали.
Вау-вау-вау, убегаем. По башке дали мне. Блин, не успел. Наказали. Плювик, выходи, ты мне нужен. Ой, ребят, аж подавился чуть-чуть. Чуть-чуть буквально не хватило мне, друзья, на третью звезду. Если бы я бы не погиб бы, бегая туда-сюда, у нас бы было бы 3 звездочки, а так только лишь 2. Обидно. Обидно, очень обидно. Такие столько плювиков, я манал. Ну давай, покажи мне, пожалуйста, сколько нам тут, что, 200 монет. Ага. И тут еще 320. Смотри, какой прекрасный сундук, ребята. Но, по ходу дела, у меня не получится за него сыграть. Потому что у нас закончилась энергия. Вот что я тебе скажу. Угу. А вот тут что у нас? О! 800 маловато. Один самоцвет. 2 трицератопса. Так, ты... О! 3700. Ну что, друзья мои, наверное, вот этого прокачаем, да? Прекрасно. Он у нас 4 уровня. Тут еще вот эти вот. Это тоже надо прокачивать. Это из пушки будет, помнишь, Рокки. Рокки его звали. Тут огненная волна пойдет. Электрический шар какой-то. Довольно прикольно дальше будет, ребята. Ну а пока мы с тобой остановимся здесь, потому что энергии больше нету. Она будет через 3,5 минуты. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.